Мы с Эдрианом расстались. А я ведь и в самом деле думала, что он тот самый. Может, тебе просто отдохнуть? Побыть наедине с собой? Привет. Дафна? Да. Да. Привет. Ты здесь? Рада тебя видеть. И я тебя. Я сейчас хочу только одного. Путешествовать по миру, узнавать что-то новое от себя. И этим ты меня восхищаешь. Ты классная. Ты тоже. Мы с Фрэнком давно дружим. Он душа любой компании. С ним очень весело. А еще есть. От кого ты прячешься? Расклад такой. Джек мой лучший друг. Но как быть с тем, что, встретив тебя, я влюбился как мальчишка? Я не хочу вбивать клин в вашу дружбу. Все будет хорошо. Между вами что-то было той ночью? Я устала причинять боль. Не могу остановиться. Ты ведь забудешь меня через месяц, да? И как прикажешь с этим жить? Шейлин Вудли, Джейми Дорнан, Себастиан Стэн. Бывает, что выбрать так сложно, но необходимо. Любовь на троих. В кино с 30 апреля.